Мы выехали по адресу улица Победы, дом 3. Здесь наша съемочная группа уже не в первый раз. В октябре 2012 года председатель уличного комитета и хозяйка Зинаида Заславская жаловалась на незаконное строительство трехэтажного жилого дома в опасной близости от своего участка. За те практически 4 года здание разрушилось, сменилось множество владельцев этих развалин, а проблем не только не убавилось, но и появились новые. На том месте, где стоял недостроенный дом, сейчас образовалась настоящая стихийная свалка. Здесь еще помимо вот этого бетонного, то, что остались, арматура, бетонные блоки, там холодильники, там телевизоры, там, ну что там только не, одеяло, покрывало, диваны, все сейчас заросло травой и деревьями. Помимо этого, люди стали сбрасывать мусор и бытовые отходы. Местные жители бьют тревогу, ведь им совсем не хочется жить в грязи. По их словам, именно приезжие оставляют здесь мусор. И все это находится рядом с водоканалом, с городской колонкой. И, естественно, это мы боимся за здоровье наших детей и внуков. Вся проблема заключается в том, что часть захламленной территории является муниципальной собственностью. Сейчас мы вызываем администрацию Ленинского района. Вот, будем принимать меры, потому что мусор находится в большей части на территории городского поселения Видное. В связи с чем будем разбираться с администрацией, чтобы приняли меры по уборке данного несанкционированного сброса мусора. По итогам встречи сотрудниками Госавтотехнадзора будет вынесено предписание привести данный кусок земли в течение месяца в порядок. Что касается другой части заброшенной территории, то она принадлежит частному лицу, выйти на связь с которым на данный момент не удалось. Направлен запрос в Росреестр по установлению владельца этого дома, но соседи нам сообщили о владельце, вот, так что будем принимать меры, чтобы привлечь и владельца к административной ответственности за складирование мусора на своей территории. Мы будем следить за тем, как развиваются события. Дмитрий Книга и Адамия Екатерина Чернышова, Видное ТВ.